Это Степногорская поликлиника. Мы наблюдаем высокую активность населения, приезжающих на прививку. На сегодняшний день первым компонентом вакцины привилось 13 980 человек. В частности, вакцину «Спутник Ви» получили 9 339, «Хаят Вак» – 2500 человек. Необходимо ставить вакцину, необходимо создавать нам коллективный иммунитет в нашем небольшом городе. И я думаю, что, уважаемые наши горожане, только от нас зависит наше здоровье, поэтому я вас приглашаю на наши пункты вакцинации. Это в городской поликлинике, они работают ежедневно. Здесь у нас в торговом центре «Казахстан» в пятницу, субботу, воскресенье работает с 11 до 2. Есть также пункты у нас в торговых центрах «Хэппи Молл» и в торговом центре «Сибирь». То есть все мы организовали, всю работу так, чтобы вам было удобно получить эту вакцину. Я вас всех призываю. Отметим, получить вакцину можно только после прохождения полной диагностики. Сегодня прививочный пункт города Степногорска заполнен. На данный момент у нас план общий по охвату вакцинации 35 139. Из них на данный момент провакцинировано 13 980 человек, что составляет почти 40%, 39,8%. По охвату, если сказать по именно каким вакцинами, это на первом месте у нас «Спутник» 9 339, «Хаят» 2500, «Коронавак» 786 и «Казвак» 282. По хранению вакцин у нас вакцины, каждая вакцина имеет свою температуру хранения. Из них «Спутник» хранится минус 18 и ниже. Получается, он у нас хранится отдельно в морозильной камере. Наряду с поликлиниками в вакцинации принимают участие мобильные бригады. Они транспортируют вакцину в специальных термоконтейнерах. Стоит отметить, в ближайшее время более 35 тысяч человек будут вакцинированы против COVID-19. Динара Омарова, Гульмира Аманбаева, Дастан Булатов, Берик Манап. Кокши Акпарат.